Пятигорская меховая ярмарка, хорошо известная магнитогорским покупателям, своими шубами приглашает прекрасных дам за демисезонной верхней одеждой. В магазине большое поступление осенних и зимних женских пальто отечественного производства. Фабрик верхней одежды города Владимира. Выбор огромен, а цены демократичны. Продукция владимирских фабрик верхней одежды «Авика», «Рене», «Кармельстиль» славится высоким качеством изделий, современным дизайном пальто и курток, вариацией размерного ряда и удобством в носке. В магазин поступили женские пальто из современных импортных тканей – драпа, кашемира, шерсти, твита. К каждой модели продавцы-консультанты Пятигорской меховой ярмарки помогут подобрать шляпку в тон. В магазине более 1000 различных моделей женских головных уборов – из фетра, трикотажа, замши, драпа. Поступили и меховые зимние шапки, как женские, так и мужские. Особое место в новой коллекции занимают легкие и удобные осенние пальто и куртки на современных утеплителях – термофине и фабертеке. Ну и, конечно же, Пятигорская меховая ярмарка, как всегда, порадует прекрасных дам большим ассортиментом отечественных шуб – из мутона, норки, острогана, пресс-мутона. В магазине действует беспроцентная рассрочка сроком до 2 лет. Забрать понравившуюся вещь можно сегодня, а расплачиваться за нее постепенно, без первоначального взноса и переплаты. Напоминаем, Пятигорская меховая ярмарка расположена на 2-м этаже торгового центра «Контур» по адресу Бориса Ручьева, 7Б. Магазин работает без выходных и перерывов с 10 до 19 часов.